Корреспондент немецкого новостного портала TRT Deutsch Рана Ташкапаран подготовила репортаж об экологическом терроре в Карабахе, осуществляемом армянами. Как сообщает Дай Ас, особое место в репортаже отведено реке Ахчучай, берущее начало в Армении и протекающее через территорию Азербайджана. Репортер рассказывает зрителям о том, как деятельность немецкой компании Kranimirt Holding привела к тому, что Ахчучай была загрязнена промышленными отходами. Также отмечается, что компания Kranimirt Holding активно вовлечена в горнодобывающую промышленность Армении. В реке было найдено недопустимое количество тяжелых металлов – хром, цинк, марганец, молибден, медь. Гибнет вся рыба и другая живность. Журналист сообщает, что Kranimirt Holding расположена в немецком городе Карлсруэ и является основным акционером Зангезурского медно-молибденового комбината. 60% акций принадлежит именно немецкой компании. Рана Ташкапаран подчеркивает, что загрязнение Армении реки Ахчучай отходами горнодобывающей промышленности постепенно превращается из региональной проблемы в глобальную. Страны региона глубоко озабочены проблемой, учитывая прямое влияние загрязнения реки Ахчучай на качество реки Арас, второй по величине на Южном Кавказе, заключает корреспондент TRT Deutsch. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.